44-летняя Мила Йовович, Мила Джовович, решила поэкспериментировать с внешностью. Звезда фильма «Обитель зла» показала результат смены имиджа. Голливудская актриса пребывает на последнем сроке беременности. Кинодива с нетерпением ждет появления на свет своей третьей дочери. Миле захотелось освежить образ перед родами. Долгое время она предпочитала длинные волосы и короткую прямую челку. Настало время для перемен. Йовович похвасталась работой своего стилиста-парикмахера. Тот сделал ей модную прическу, боб-каре. Шатенка теперь укладывает волосы на прямой пробор и отращивает челку. «Мое тело очень изменилось за короткое время. Я теряю представление о себе и не знаю, как хочу выглядеть. Мое чувство стиля буквально исчезает, ведь то, что мне нравится, выглядит хорошо в течение нескольких недель, а потом уже не подходит. И мне приходится снова и снова придумывать что-то», — отметила Мила. Она уточнила, что всегда любила быть беременной, но в этот период ей не хватает уверенности в себе. По словам жены режиссера Пола Андерса, ей сложно найти красивую одежду для беременных. Но ее радует, что новая прическа поможет хорошо выглядеть на фото. «Хорошая стрижка буквально меняет жизнь, в любом случае обратный отсчет официально начался, и если все пойдет хорошо, у меня 10 дней до родов», — призналась Мила. Звезда еще не упаковала вещи в роддом. Она планирует успеть с делами в последние выходные перед пополнением в семье. Мила пережила вынужденный аборт. Будущую наследницу она зачала с супругом в пещере любви. Йовович в последнее время плохо себя чувствует. Ей стало трудно передвигаться и ухаживать за собой. Актриса назвала и приятный бонус третьего триместра.